Формат уличного кофе-бара в Анапе недавно новый. Бар «Кофе Лайк» выгодно отличается от других. Это федеральная сеть кофеин формата «Кофе с собой», которая гарантирует единую ценовую политику и отвечает за качество. Сеть работает в 7 странах. В России 520 кофе-баров. Прямая поставка натурального кофе сорта «Арабика» из Бразилии. В-третьих, в ассортименте 22 напитка, включая фирменный карамельный кофе. На основе эспрессо, молока, топпинга, карамели, взбитых сливок, маршмеллоу и печенья. Для нас главное – это довольный гость, это качественное кофе. Это улыбка нашего гостя. И делай, что нравится. Самое главное – это миссия «Кофе Лайк». Гости, которым удалось продегустировать продукцию в день открытия, участвовали во флешмобе. В викторине с подарками, фотосессии, в акции «Два стакана по цене одного». Любимый напиток можно отправить другу в 137 городах России. В этот прекрасный зимний день, когда хочется тепла, мы нашли его здесь. В планах компании открытие еще двух кофебаров. Пока насладиться горячим напитком можно на пересечении улиц Краснодарская и Горького у торгового центра «Алиса». Узнайте по корпоративному черно-бело-зеленому цвету компании «Кофе Лайк». Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.